Бой этого вечера. Бойцы представляют весовую категорию 66 килограммов. Боец в синем углу. Мастер спорта по смешанным единоборствам, представляющий спортивный клуб Джолборс Хондебе. Эркенбей Оглу Азат Карашка. Мастер спорта по грэпплингу Аран Оглу Хондебек. Правила знаете. Затылок не бьем, пах не бьем, спину не бьем, затылки не держимся. Слушай меня внимательно. Показываем достойный, хороший бой. Пожать руки. По умам. Судья в октагоне Бичибек Улу Джаныбек. Боковые судьи Эсенгул Улу Нурболот Бахтияр Наврузов. Победу одержал Эркенбей.